Кстати, а где же он? Ему уже пора спать. Сынок, ты где? Пора спать. Папа, папа, я здесь. Вот ты где, мой хороший. Пора спать. Я не буду. Почему? Ты тут скажешь, что там надо кнуть. А вот оно что. Хорошо, садись и слушай. Позабыв о голоде и жажде, не думая о самом себе, Господь Кришна там взял в течение 7 дней, держа на руке огромную гору. А гору можно держать? Кришна может все, а жители Враджас не сводили с него глаз. Обитатели Вриндавана дошли по гору и потихоньку начали понимать, что все хорошо. Кришна смотрел на них. Кто-то сидел, закрывая лицо руками. Кто-то глубоко дышал, чтобы не выдать свой страх. Но друзья Кришны начали хвалить и подбадривать его изо всех сил. Что же будет дальше? А тебе интересно? Вот. Тогда... Красные ноги! И рука покраснела! Матку, да о чем же
это же мускулов. Мускулов нет. Есть. Нет, давай. Нет у тебя. Если ты наш Бог, стань сейчас же легким. Мама, мама, ну что ты так волнуешься? Я же сказал, что я всего лишь инструмент в руках Гладхана. Это не я его держу, а он держит меня. На самом деле Гладхан летает, а я просто придерживаю его, чтобы он не летел слишком высоко. Смотри, мне не сложно. Ах, не сложно. Ну тогда отпусти руку, опустись. Зачем так долго держать руку вверх? Даже если просто держать руку, если даже ничего не делать, можно устать. Твоя рука затекла, я вижу. Опусти руку! Опусти сейчас! Ну, хорошо, да. Что вы такое делаете? Отойдите от него! Отойдите! Чего вы волнуетесь о Кришне? Кришна вообще ничего не делает! Я делаю все только я! Я! Именно я! Матку! Кришна! Дорогие! Ну не ругайте вы матку! Матку знает Нитяшастру! А в ней говорится, что если какой-то человек совершает тяжелый подвиг, то его надо подбадривать шутками. Все правильно. Без него наш сын бы не смог так долго держать этот холм. Матху молодец. Пойдемте успокоимся, давай. Посмотрите, как он сияет. Да, щеки его сияют, как зеркала. Посмотрите, его лицо светится, а улыбка прекрасная. Он светится, как фонарик. Этот свет идет изнутри. А вы видели его стопы? Вы видели его знаки на стопах? Тише, тише, идите все сюда. Все 7 лет я впервые не слышала звона колокольчиков на стопах Кришны. Все 7 лет они звенели и решали все проблемы нашей жизни, а сейчас они перестали звенеть. Что же случилось? Я вам сейчас объясню. Колокольчики вошли в медитацию. Наши великие йоги медитируют на стопы Кришны. Вот и колокольчики медитируют. Посмотрите. Так, сынок, прошло 2 дня. Обитатели Вриндавана обсуждали бесконечную красоту Кришны. Но в какой-то момент Кришна решил удивить их еще больше. Он взял свою флейту, поднес ее к губам и неожиданно для всех стал играть. Смотрите на этого
Индру, а? Сколько лет мы поклонялись ему, служили, а он что, захотел убить нашего Кришну? Да посмотрите же, какой же оказывается этот никчемный глупый Индра. Я бы никогда бы не подумал, что он такой. Да-да, ругайте его, снимают что-нибудь. Этот Индра, я поняла, почему он устроил это безобразие. Что мы называем нашего Кришну Хари. А Хари, это же одно из имен Индры. Индра просто приревновал его. Но на самом деле, настоящий Хари — это наш Кришна, а никакой не Индра. Радха! Прекрати двигать своими бровями. Сейчас же прекрати двигать своими бровями. Ты что, не понимаешь? Если ты будешь двигать своими бровями, Кришна задрожит рука, и он может уронить ком. Что будет с нами? Я ни при чем. Скажите, вообще вас сами. Это она серьезно свою экстаз из своего сердца в мое сердце. Поэтому моя брови и двигаются. Я хотела, чтобы она забрала свою экстаз из своего сердца обратно в свое. Тогда мои брови и перестанут двигаться. Неправда, неправда. Я здесь ни при чем. Этот экстаз мне пришел из сердца Хари. И брови двигаются так же, как и у Радхи. Пусть он заберет свой экстаз из моего сердца. И тогда все будет хорошо. Убери этих девчонок отсюда. Смотрите, Кришна все тело покрывает пупырышкой, и он весь дрожит. Я же говорил, а ну-ка все сюда, поможем Кришне держать холм. Раз, два, три, взяли. Радха, эти глупые пастухи думали, что Кришна устал. Но это не так, Кришна задрожал из-за того, что ты посмотрела на него. Я вас так. Позволь наблюдательность, я подарю тебе жемчужное ожерелье с моей шеей, потому что ты разгадала эту тайну. Спустите свои палки. Ты что? Вы что, не знали, что у Кришны есть брат Баларама? Вот одной рукой 5 таких холмов выдержит. Опустите, хватит волноваться о Кришне. Через 6 дней Яшода не выдержала и подошла к Кришне. Все. Терпение истекло. Ты посмотри, у тебя же живот спал. Ты весь побледнел. Ты должен поесть прямо сейчас. Нет, я не хочу есть. Посмотри, ты принесли ладу и замечательный жирный йогурт с лентой. Нет, мне не до этого. Почему? Ну почему ты все время не слушаешься? Да тебя даже коровы не едят. Они же голодают. Ты голодаешь, и они голодают. Ты их сладкого. Ари! Шри Гурхар!